В два раза снизить импортные пошлины на ввоз новых иномарок. Такой щедрый подарок обещает казахстанцам правительство после вступления страны во Всемирную торговую организацию. Министр по экономической интеграции Жанара Айтжанова поселила в сердцах автолюбителей надежду купить новый автомобиль. Алматинец Алишер Байзитов с удовольствием бы поменял старенькую иномарку на машину из автосалона. Тем более, что она обошлась ему дороже из-за того, что заработали новые правила импорта иномарок на территорию таможенного союза. Я ее купил 4 июля 2011 года, когда уже 1 числа вступил таможенный союз Казахстан. Вот. До этого я копил где-то около года на эту машину. Рассчитывал ее вообще взять в пределах 7500, уже брать за 9000. Главный редактор сайта «Автолафа.кз» Евгений Кубеков сразу оговаривается. Рассчитывать на то, что иномарки в масле подешевеют, не стоит. Пошлины снизятся, однако государство сделает все, чтобы поддержать отечественный автопром, который набирает обороты. Тем более, что казахстанцы распробовали авто отечественной сборки на вкус и все чаще отдают предпочтение им, а не импортным новинкам, которые для большинства все еще недоступны. При вступлении в ВТО снизится таможенные пошлины, но ту разницу нивелирует утилизационный сбор. Он сделан для того, чтобы максимально оградить и защитить отечественного производителя. Доступные авто иностранных марок массово хлынули в Казахстан из России, где уже налажено производство. Но теперь правительство Казахстана намерено ввести так называемый утилизационный сбор, который будет взиматься при импорте российских авто. В правительстве объясняют это заботой об отечественном автопроме. Наши производители как раз вынуждены платить этот сбор при экспорте своей продукции в Россию, хотя обе страны находятся в едином таможенном пространстве. И это далеко не единственный парадокс экономической интеграции. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан. Wow.